Итак, здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дэниел Джексон, и мы продолжаем поиски кинжала Сианя вместе с Ларой Крофт в игре Tomb Raider 2. Как вы помните, в прошлой части Лара Крофт пробралась в самолет Марка Бартоли, за что и получила гаечным ключом по голове от дикого китайца. И вот сейчас самолет приземлился на нефтяную платформу. Марко явно здесь что-то ищет, и это что-то связано с кинжалом Сианя. Было бы неплохо это выяснить, но для начала надо узнать, где же у нас Лара Крофт. А она у нас отдыхает. Итак, мы приходим в себя после удара гаечным ключом по голове в каком-то помещении. Лару здесь заперли, видать, для дальнейшего запроса. И сквозь вот эти вот решетки пройти тоже не получится. Хотя некоторые из них в несколько раз шире, чем сама Лара Крофт. Но, видать, между прутьями стоит какое-то бронебойное стекло. Также здесь имеется дверь, но, как можно понять, она закрыта. И лучше бы поскорее ее открыть, пока мои тюремщики не вернулись с вопросами. Ну а так как враги в фильмах и играх зачастую не отличаются особым умом, то можно предположить, что открывается дверь прямо из этой комнаты. Например, вот этот блок можно двигать. Итак, посмотрим, что же там есть. Неужели дикие китайцы в банданах во главе с Марко Бартоли думали, что я не догадаюсь отодвинуть ящик? Честно говоря, это даже оскорбляет. Так, здесь у нас переключатель. А вот и открылась дверь камеры. То есть, получается, тюремное заключение было не очень долгим. Но тут другой подвох у нас. Как это часто бывает, дверь открывается всего лишь на секунд 5, поэтому нужно приложить все силы, чтобы успеть выбежать. Вот, как можно наблюдать, я успел секунда в секунду. Тут же, как видно, находится и самолет, который нас с вами сюда доставил. Что ж, давайте осмотримся. Но как только я дернулся, зазвучал сигнал тревоги, и китайцы в банданах, вооруженные обломками железных труб, двинулись по направлению ко мне. Что-то мне подсказывает, что они не хотят меня видеть на свободе. Так, вот они появились. Но я забыл сказать, что у нас нет оружия, у нас его отобрали при обыске, и теперь мы не можем противостоять даже железной трубе. Но слава богу, что эти обезьяны не умеют плавать, поэтому мы просто ныряем в воду. Нам предстоит найти свое оружие, оно, возможно, даже осталось где-то в самолете. Но люк, через который можно попасть в салон, закрыт. Надо поискать другие пути. Так, там какой-то вентилятор крутится. Циркуляция воды идет полным ходом. А еще тут есть рычажок, надо его активировать, но будьте осторожны. Одно неверное движение, и этот винт своими лопастями пошинкует у вас на итальянскую пасту. Кстати, можно было заметить, что там находится зеленый дракончик. Секрет. Но, естественно, отсюда мы его взять не сможем. Отплываем подальше от радиуса действия гигантского винта. Ну вот, под хвостом самолета он уже не сможет вас засосать в свою опасную трясину. Так, ну что ж, глотнем воздуха, потому что нам предстоит долгое подводное плавание. И рычагом, рядом с этим самым винтом, мы открыли дверь. Поэтому сейчас направляемся к ней. Зеленый дракончик, жди меня, я скоро приду за тобой. Тут мы плывем какими-то туннелями. Довольно-таки темно, давайте зажгем шашку. Вот видно, что здесь в полу есть какой-то люк. Но сейчас он закрыт, и, собственно, надо найти способ его открыть. Ну, потому что по логике вещей он должен вести как раз к этому самому зеленому дракончику. Наконец-то кончился этот туннель. Всплываем, чтобы вдохнуть отравленный воздух нефтяной платформы. У нас тут уже, конечно, есть проход, но под водой надо найти рычаг, который откроет нам доступ к секрету. Вот он. Отлично, рычаг активирован, теперь возвращаемся обратно. Но предварительно глотнув воздуха, опять же. Ну что ж, как мы поняли из разговора Марко со своим недоверчивым пилотом в самолете, они здесь что-то ищут, что-то в океане. Возможно, даже для этого и была построена нефтяная платформа. В качестве отвлекающего маневра, а не основного заработка денег. Ведь известно, что Марко довольно богат. Так, вот он, люк теперь открыт, спускаемся вниз. Ну давай, Лара, блин, воздух же кончается. А еще обратно плыть. Так вот, и то, что они ищут в океане, это, скорее всего, как-то связано с кинжалом Сианя. Потому как дверь его святилища заперта одинаково, как для меня, так и для самого Марко. Поэтому тут надо все разузнать получше. Так что ж, подобрали секреты и возвращаемся обратно. Все, вот теперь мы уже и сможем пойти в этот проход. Так как дракончик уже в кармане, и на душе заметно полегчало. Я так понимаю, Лара Крофт очень сильно любит китайских дракончиков, потому что в любой локации она стремится найти не менее 3 таких экземпляров.
Итак, здесь мы видим самолет, на котором прибыли. Вот даже есть рыжая девушка, нарисованная на борту. А на крыше имеется еще один люк. И раз уж мы через нижний не можем попасть в самолет, то нужно попробовать через верхний. Ну а здесь у нас рабочий кабинет моих тюремщиков. Сейчас их нету, они, наверное... А вот... Спускаемся вниз. И тут есть переключатель. Что же он делает? Давайте узнаем. Ну, это просто замечательно. Открылся нижний люк, и теперь мы можем туда сплавать. Если сказать точнее, то мы сможем пройти только в нижний люк сейчас. Потому как пропеллер все еще вращается и не даст нам запрыгнуть на крыло. Ну, не знаю, какую модель самолета разработчики брали за основу, когда создавали этого грузового гиганта, но по дизайну он мне почему-то напомнил наш Ан-12. Но это, конечно же, не он, потому что у Ан-12 по два винта на каждом крыле, и он способен приводняться. Хотя, кто его знает, может, разрабы сделали комбинированную версию из разных самолетов. Итак, мы с вами попадаем в грузовой отсек, тот самый, в котором нас Китайоза отделал гаечным ключом. Здесь у нас есть переключатель. И этот переключатель заглушил двигатель. Как можно видеть, винты остановились. Правда, я думал, такой переключатель должен находиться в кабине пилота. А если посмотреть вот сюда, то можно увидеть наши пистолеты, которые там валяются. Бандюки даже не удосужились их подобрать. Ну и чтобы их взять, нам нужно попасть на крышу самолета. А для этого нужно пройти уже знакомый нам путь. Итак, мы с вами заглушили двигатель, а это значит, что теперь мы можем прыжком попасть на крыло самолета, не боясь о том, что винт нас разрубит на части. Мне вот интересно, а почему они самолет-то не заглушали? Если уж об экологии не заботиться, то хотя бы свой бензин экономили. Так, вот он люк. Хотя, зачем Марко экономить бензин, правильно? У него ведь есть собственная нефтяная платформа. И вот они, наши пистолеты. Отлично, теперь у нас есть какое-никакое оружие, и значит мы можем дать отпор охранникам. Ну, тем двум здоровым китайцам с битами или что там у них при себе имеется. Вообще, несмотря на то, что нефтяные платформы довольно крупные, рабочего персонала в них не так много, как может показаться. Например, российская нефтяная платформа возле Сахалина считается крупнейшей. Но благодаря отличному уровню механизации и автоматизации, ее экипаж составляет всего 140 человек. Так что нам предстоит здесь завалить, наверное, примерно столько же народу. И вот этот будет первым. Но был же еще второй. Давай, беги сюда. Видишь, твой дружок уже прилег отдохнуть. Кстати, меня в самолете вырубил, наверное, кто-то из них, потому что уж очень они похожи на того чела. Хотя, китайцы все похожи друг на друга. Ну, кроме Джеки Чана и Джета Ли, разумеется. Блин, эта сирена меня раздражает, как бы ее отключить. Так, а у этого типа что? Угу, у него есть карточка. Ну, в общем, без таких карточек в этом уровне не обойтись. Ух ты! Техника безопасности, видно, хромает здесь, хромает. Надо срочно на них проверку наслать. Ну вот что странно, сирена играет уже, наверное, минут 10. И кроме этих двух баранов, больше сюда никто не сбежался. Да и те бегали взад-вперед, выжидая, пока я берусь до своих пистолетов. Туповаты, ребятушки. Так, используем желтый пропуск. На нем тоже изображена эмблема кинжала Сианя. Видно, что для Марко это смысл жизни, ну, поиски этого кинжала. Хорошо, что папочка ему все свое богатство оставил, а то так бы и сидел, мечтал где-нибудь в трущобах. Так, давайте подсветим, посмотрим, что здесь еще есть. А, ничего, только мониторы, камеры видеонаблюдения и сигнализация. Сейчас мы ее отключим вот этой вот кнопкой. Ну, слава богу, аж ушам полегчало. Так, здесь небольшая развилочка, если пойдем налево, то упремся в тупик, поэтому идем сразу осматривать правую часть. Это даже не дверь, а похоже на люк на каком-то судне или даже на подводной лодке. Так, музыка заиграла, где же враг? Ах ты, маньячина, хотел сзади подкрасться ко мне. Не, ну, на самом деле, я, конечно, нормально отношусь к китайцам. О, тут еще один. Но я считаю, что они выбирают себе имена, спуская кастрюли вниз по лестнице. Получается примерно динь-чан-бан. Что-то вроде того. Ну, чувак, скажи, так ведь? И то, что китайцы все на одно лицо, это, по-моему, тоже не оскорбление, потому что мы для них выглядим точно так же, я предполагаю.
Даже анекдот был, что китайцы приехали в Москву, едут в лифте, в гостинке, и туда заходят армянин, грузин и эстонец. И один китаец говорит другому: слушай, эти русские все на одно лицо. Ну, как-то так. А вот дверь перед нами закрылась, нам показали большой жирный фак, и теперь надо искать другой путь, но, слава богу, у нас еще есть здесь один шлюз. Все заржавело напрочь. Так, что это у нас такое? Комната отдыха, наверное. Опа, там кто-то идет назад. Интересная у них униформа. Ну, толстовка с изображением элемента сианя. Это понятно, это как у работников Лукойла написано Лукойл. Штаны ОМОНовские тоже, в принципе, нормально, потому что... Ну, они вроде как охрана. Но зачем им эти красные банданы, я не понимаю. Так, а это, судя по всему, комната отдыха. Давайте посмотрим, чем тут занимаются. Как видно, ребята играют в карты, много курят и что-то пьют, судя по стаканам. Возможно, даже крепкие напитки. Еще у нас здесь есть патроны для магнума. Какие-то у них тут маленькие столы, мне по колено вообще. Ага. Ну, скорее всего, сделан для китайцев. Хотя нет, для японцев, наверное. У них такие маленькие столы, потому что они всегда в позе йоги сидят. Так, сейчас мы подобрали копья для гарпунного ружья. Оно нам понадобится, когда мы будем плавать под водой, и нас будут доставать всякие водолазы. А тем временем мы попали в спальни рабочих, так сказать, то место, где они отдыхают, когда они убивают невинных людей. И на одной из коек мы находим непосредственно сам гарпун и еще копья к нему. Но надо осмотреть другие койки. На одной из верхних мы найдем еще патроны для магнума. Знаю, что это уже не магнумы, но никак не могу себя заставить говорить маузеры, привычка очень сильна, так что извините. Хотя, наверное, некультурно по чужим койкам бегать. Но потому что люди придут с работы, уставшие, грязные, в нефти, в мазуте всякое. Тут еще, понимаете ли, кровать надо перестилать. Но вот эта вот койка, наверное, какого-то видного чела. Возможно, даже бригадира, потому что именно здесь есть переключатель, который что у нас открывает? Ага, люк наверх. Ну, не знаю, зачем в спальнях такой люк, и почему эта кнопка тогда расположена не где-то в общедоступном месте, а рядом с койкой какого-то мазутчика. Ну что ж, в любом случае надо все делать быстро, потому что люк открывается тоже только на определенное время. Так, давай быстрее, а то еще начнет закрываться и разрубит тебя на части. Итак, возможно, мы в какой-то вентиляционной шахте. И здесь у нас есть скат. Но чтобы при спуске не убиться, скатываться нужно спиной к выходу. Вот, потому что здесь довольно-таки высоковато, как можно видеть. И если скатиться по-другому, то вы не сможете зацепиться за что-либо. И таким образом поломаете Лару Крофта об этот пол. Так, давайте осмотримся здесь. Как видно, у нас лестница наверх и огонь. По идее, огонь нам не дает беспрепятственно подняться наверх. Но есть тут специально пару блоков, которые могут нам помочь. То есть, если подвинуть их примерно вот сюда, то можно будет разбежаться и запрыгнуть на лестницу. Но на самом деле есть способ намного проще. Просто остановимся между вот этих вот огней. То есть становиться вы можете где угодно, но после прыжка вы должны приземлиться в центре, между двух последних огоньков. Как видно, здесь они не могут нас достать. И мы тихонечко пробираемся к лестнице. Ведь вы, наверное, знаете, что если загореться от огня, то он уже не погаснет, и будет отнимать ваше здоровье полностью. Но в определенных местах рядом с огнями все же можно стоять. Будет отниматься только здоровье, ну из-за жары, видимо. Но вы всегда сможете покинуть это место, не загоревшись. Так, ну что ж, опять мы с вами в какой-то вентиляционной кишке. Желательно подсветить, тем более там к нам идет кто-то. И, вы знаете, я даже знаю, как его зовут. А зовут этого, уже склеившего ласты китайца, Хуа Цяо. Да, его просто необходимо убить, потому что у него есть красная карточка пропуск. Так, ну-ка, где там моя шашка валяется? Так вот, почему я сказал, что его зовут Хуа Цяо? Ну, потому что именно так называют выходцев из Китая, проживающих в других странах. А я так понимаю, здесь он как раз-таки эмигрант. И это слово даже именно так и переводится. Китайский эмигрант. Но еще, правда, этот термин относится к корейцам. У нас вот в стране много корейцев. Так что, если кого-то из них встретите, можете сказать «Здорово, Хуа Цяо». Так, ну а мы поднялись наверх на самую вышку, чтобы взять здесь секрет. Вот этого вот серебристого дракончика. Или серый ли он? Ну, я думаю, все-таки серебристый. Так он хотя бы ценнее будет. Ну да, кстати, желтый, наверное, из золота. Серый из серебра. А зеленый из чего? Не знаю, из малахита какого-нибудь, наверное. Ну а теперь продолжаем путь дальше. Кстати, традиции Китая не отвергают эмигрантов своих. А все от того, что в традиционном китайском сознании гражданство, скажем так, не имеет решающего значения.
То есть, проще говоря, Китай находится там, где находится китаец. И в любом уголке Земли он будет являться патриотом своей страны. Ну, а в этот тоннель, кстати, мы попадаем уже в третий раз. Именно он нас выводит к самолету. Теперь, когда у нас есть оружие, мы можем попасть в пункт охраны прямо отсюда. Здесь мы с вами когда-то использовали желтую карточку. А вот там вот впереди кнопочка «Отключали сирену». Ее, кстати, можно снова включить, но лучше не надо. Итак, в прошлый раз мы с вами ходили направо, и теперь время сходить налево. Ну, на правильное лево. А, ну это всего лишь милая собачка. Но беда не приходит одна. Это я к тому, что там вроде еще одна скачет. Ого, неплохая собака, интересно, какой породы. Наверное, какой-то экзотической, еще и на двух лапах умеет ходить. Посмотрим, что у этой собаки при себе было. Ага. Так, ну давайте посмотрим, что они там охраняли. Ну, на первый взгляд, ничего особенного, какие-то трубопроводы. А проход только один, и, кстати, бочки по-любому сейчас покатятся. Ну что ж, иногда начинаешь предугадывать, зачем в определенных местах лежат те или иные предметы. Ну а здесь мы используем красную карточку, благополучно отобранную Ларой Крофт у иммигранта. И открылась дверь, но лучше сразу вооружиться. А бочки-то, кстати, взрывоопасные. Что же они за ними-то не следят? Итак, зазвучала тревога, но первым делом надо убрать чувака в коричневых штанах. Вот, он уже и сдох, потому что у него есть дробовик. Но так как у других всего лишь дубинки, поэтому коричневые штаны представляют большую опасность. Нет, ну посмотрите, он ударом дубины отнимает мне больше, чем я ему пулями. Честно говоря, мне тоже такую дубинку в инвентарь захотелось приобрести. Ну что ж, вот у нас имеется два симметрично лежащих трупа. Давайте обыщем их на предмет ценностей. Вот у одного, например, есть аптечка, она мне точно нужна, после того, как они меня дубинами хлестали своими. В смысле, я про оружие. Не, красиво все-таки ребятки лежат, ничего не скажешь. Прям как сиамские близнецы. Ну что же, давайте определимся с дальнейшими действиями. Залазим наверх. И видим, что у нас тут имеется огромный бассейн, но в данный момент он пуст. Спрыгнуть в него, конечно же, можно. Но так как он очень глубокий, на ту сторону мы все равно не выберемся. Поэтому надо придумать какой-нибудь другой ход. Итак, раз с бассейном у нас не получается, значит пойдем на другую сторону. Искать проходы и ответы там. Как можно заметить, вверху возле потолка имеется как раз таки проход, вентиляция. Но туда тоже не так-то просто попасть, потому что этот проход находится очень высоко. Не забываем у коричневой штанины забрать патроны к дробовику. Итак, мы видим с вами блок здесь есть. А это значит, что проделав нехитрые манипуляции с ним, можно добраться до прохода наверху. Так как вы видели, с помощью пробежек туда-сюда по этому помещению, мы с вами все-таки выдвинули блок на уступ. Ну и теперь, соответственно, запрыгиваем на него. И этот красивый, замечательный блок с отметкой кинжала Сианя, вернее культа Сианя, поможет нам попасть в вентиляцию. Ну вот и все, бежим внутрь. На всякий случай приготовим пистолеты, потому что случай окажется не всяким. Так как коричневая штанина не теряет надежды убить меня. Блин, этому чуваку хуже всех досталось. Он еще и в текстурах застрял до кучи. Как он смог туда просочиться? Я не пойму, он что, жидкий киборг Т-1000? Ага. Ну что ж, забираем у него патроны и идем смотреть комнату. Сразу бросается в глаза, что здесь имеется люк, а также приемник для зеленой карточки, которой у нас пока еще нет. Но зато есть какой-то переключатель, а значит, надо его пробовать все-таки. Но для начала давайте рассмотрим общий план действий. Тут у нас два бассейна. В левом, как видно, есть проход. Это и есть у нас выход из уровня. Но мы не можем туда добраться, потому что у нас пустой правый бассейн, который мы не можем пересечь. И отсюда мы выйти не можем, потому что здесь все пуленепробиваемое, как можно заметить. Тут, конечно, имеются двери для беспрепятственного выхода в зал с бассейнами. Но, как я уже говорил, чтобы их открыть, нам будет нужна зеленая карточка. Поэтому активируем вот этот вот переключатель. Ну что ж, судя по картинке, вода из одного бассейна перелилась в другой. Давайте-ка взглянем.
А, теперь в правом бассейне у нас действительно есть вода, и мы сможем перебраться на другую сторону. Но незадача заключается в том, что другой-то бассейн пустой. И даже если мы спрыгнем вниз, то до выхода все равно не доберемся, так как лазейка слишком высоко. Ну, тут главное не отчаиваться, теперь мы можем переплыть первый бассейн и, возможно, найдем что-то интересное на той стороне. Вот теперь мы можем нырнуть. Правда, я, конечно, бы не стал в этой воде купаться, а то она какая-то уж чересчур зеленая. Напоминает электролит. Так, ну и что ж, через пустой бассейн мы все равно не переберемся, поэтому давайте посмотрим, что есть вот там. Опа. А, ну да, ты же не умеешь подниматься по наклонным поверхностям. Давай тогда прыжком. Ну а здесь у нас имеется какой-то переключатель. Далеко его запрятали. Давайте посмотрим, что он нам открывает. Так, отлично. Это люк в той комнате, откуда мы только что пришли. А, собственно, поэтому возвращаемся обратно. Итак, добрались до люка и спрыгиваем вниз. Так, ну и куда же мы попали? Что это за такие дикие края? Там что, обрыв что ли? А, здесь у нас спуск. У Лары Крофт, наверное, какая-то специальная обувь, потому что она умеет скользить по любой поверхности. Мне в детстве такие, я по всем горкам катался, даже летом. Так, ну а сюда я тоже пришел не зря. Здесь, кстати, плавает водолаз где-то. А, вон он внизу, возле колонны. Просто лучше завалить его отсюда, чтобы не ступать с ним в гарпунную схватку. Ну и на самом деле вам тогда же будет проще передвигаться. Всплыл бедняга. Он даже не ожидал, наверное, надеялся на честную гарпунную схватку, а тут раз его и сверху расстреляли. Но еще тут сейчас один должен плавать. А, вон он. Плывет посмотреть, что же там с Карифаном случилось. Вы уж простите, ребята, что я вас так, но я плохо пользуюсь гарпунным ружьем, поэтому... А с другой стороны, не надо было высовываться. Так, внизу возле колонны у нас видно лежит секрет в виде желтого дракона, поэтому плывем туда. Кстати, довольно странно, что он так открыто лежит и хорошо просматривается, поэтому, скорее всего, там нас ждет какой-то подвох. Но в любом случае, будьте готовы встретиться с врагами. Так, вылазим. И возьмем-ка мы оружие получше. Наверху, кстати, какое-то чудо стоит. Надо будет туда попасть. Так, ну что, пока никого. Что ж, ладно, но как только я возьму дракончика, они сразу объявятся. А вот и первые. Ребята, кстати, появляются ниоткуда. До определенного момента можете оббежать всю колонну хоть 300 раз, но там никого не будет. А потом они просто материализуются, как духи, знаете, которые охраняют этого золотого дракона. Но эти духи оказались слабоваты, поэтому я забираю у них все ценное, что они имели. Ну и берем золотого дракончика, собственно. О, даже УЗИшечки дали. Хотя они у меня, конечно, уже и были, но все равно приятно. А, нет, стоп, у меня же не было УЗИшек после того, как меня саданули гаечным ключом по голове в салоне самолета Марко Бартоли. Меня обобрали как раз-таки на предмет вооружения, и УЗИ у меня до сих пор не было. Так что это оказался даже двойной сюрприз. А, ну что ж, внизу нам больше делать нечего, но мы видели, что еще муфлончики стоят у нас сверху, поэтому направляемся туда. А, то есть нужно найти путь, которым мы заберемся на самый верх. Так, подплываем к очередной гигантской колонне и вылазим наверх. И вот мы видим, что здесь имеется лестница, по которой можно благополучно забраться наверх. Такие лестницы, в частности эту, можно легко пропустить, потому что... Ну, потому что она никак не выделяется и кажется просто рисунком на стене. Ну, хотя так и есть, по сути. Особенно сложно, наверное, будет распознавать такие элементы людям, которые привыкли к современной графике. И, соответственно, привыкли к тому, что все объемно и все должно выделяться. Ты, блин, что стреляешь, козлина? Дай мне хотя бы сначала залезть на твою платформу, а? Или ты сцикло, а? Иди сюда, сцикло. Так, как мы помним, нам нужно найти зеленую карточку. Поэтому осматриваем трупы, мало ли она у кого-то из них. Тут, кстати, дробоганчик. Неплохо, таким образом мы уже собрали практически все оружие. Осталось нам только автомат найти, но я чувствую, он у нас скоро будет. Так, ну что ж, тут у нас прыжок на дальнюю дистанцию. Поехали. Отлично. Опа. Вот это нежданчик ты мне сделал. Но был бы ты попроворней, мог бы и справиться даже со мной, наверное. Может быть. Хотя нет, не вариант. Но пока запасаемся патронами, оставшимися от этих идиотов.
Там впереди у нас еще одна коричневая штанина. Давайте попробуем завалить его отсюда. Так, он тоже там пытается стрелять. Возможно, даже парень не промах. Правда, туповат маленько, что-то бегает кругами. И, наверное, еще кричит: о боже, в меня стреляют, что делать? Ну вот и помер чувачок. Вот такая вот нефтяная платформа. Чего в ней только нету. И лабиринты, и катакомбы, хотя они в реальности тоже довольно технически изощренные. Можно даже немножко экскурс в историю провести. Например, сказать о том, что первая нефтяная платформа была построена в 1938 году у прибрежья штата Луизиана. Первая в мире, кстати, и в Америке. В стране, которая образовалась намного позже всех европейских стран. Но, кстати, эта нефтяная платформа до нашего времени не сохранилась. А вот и зеленая карточка. Лара Крофт, не щадя себя своим телом, разбивает стекло. И все это, чтобы подобрать зеленую карточку. Ведь она нам так нужна. Самая старейшая, кстати, нефтяная платформа существует с 1949 года. И по этому поводу даже занесена в книгу рекордов Гиннесса. А находится она, кстати, в Каспийском море. И она же, кстати, по-моему, является первой платформой, которую построили именно в море, а не в прибрежной зоне. Так, тут я немного проскочил, у нас вот здесь вот есть подъем наверх. И именно его мы используем, чтобы вернуться в комнату, где нужно использовать зеленую карточку-ключ. Так, возьмем оружие помощней. Кстати, платформы бывают стационарные и погружные. Это, как вы можете понять, стационарные. Их устанавливают на глубину до 500 метров. Ну, в основном, дальше, конечно, тоже можно теоретически, но это очень сложно и затратно. А вот погружные опускают на глубину примерно 3000 метров. Так, добрались до лесенки, ползем вверх потихоньку. То есть побыстрее. Что-то мы тут все по каким-то кишкам лазим, когда уже нормально начнутся локации. Вернее, когда мы попадем в... О, кстати, здесь мы были. И видно, что нас снова встречают здесь хлебом и солью. Откуда ты вообще взялся? В прошлый раз тебя здесь не было. Ага. А, ты, наверное, мне аптечку принес. Ну, спасибо, братан, спасибо. Как раз мне надо ее использовать. Итак, вот теперь точно видно, что мы здесь были. Вот, кстати, чувак, который застрял в текстурах. Бедолага, все еще вылезти не может. Ну, ладно. Так, люк, в который мы спускались, осторожно, нужно в него не упасть. А то придется все по новой оббегать. Сразу же перекачаем воду из одного бассейна в другой, чтобы открыть дорогу к выходу. Да, вот так. Все, зашибись. А теперь идем используем зеленую карточку-ключ, которую мы раздобыли с таким большим трудом. И даже Лара там с собой стекло разбивала. Кстати, наверное, она йогой занимается. Потому что на ней не осталось ни одного следа. Так, ну вот и все. Вот и открылась дверь. Теперь мы сможем покинуть это место. Стоит напомнить, что мы сюда прилетели на самолете Марка Бартоли. И, собственно говоря, его же до сих пор и ищем. А эта скотина оказывается все время на пару шагов впереди нас. И, как видно, оставляет хитроумные загадки. Но ничего, скоро Лара Крофт достанет его жалкую душонку. Так, глотнем чуть воздуха и в тоннельчик. А также мы, наверное, узнаем скоро, зачем он нас сюда привез. Вернее, зачем он сюда летел. Что он ищет в подводных глубинах. И как с этим всем связан культ кинжала Сианя. Как мы помним, святилище кинжала Сианя в Великой Китайской Стене было наглухо заперто. Так, тут нам еще и рычажок приберегли. И, по всей видимости, он ищет пути решения этой самой проблемы. Ну а мы в этот раз придем на готовенькое, просто проследив за ним. А то, знаете, проводить самые подводные морские изыскания как-то не очень хочется, да и довольно накладно это. Ну а тем временем уровень закончился, а значит пришло время мне с вами попрощаться. До следующего видео, а вы не забывайте оставлять лайки, комментарии. Ну и всем до скорого, с вами был Дэниел Джексон, пока-пока.